Всем привет! Вы смотрите Ананас Лэнд. Только самые интересные новости из мира шоу-бизнеса. Телеканал HBO потратил на создание каждого эпизода сериала «Дома дракона» в среднем 20 миллионов долларов. Создание первого сезона стоило порядка 200 миллионов долларов. Для сравнения, на создание первого сезона «Игры престолов» было потрачено около 100 миллионов долларов. В «Доме дракона» будет рассказано о событиях за 200 лет до описанных в «Игре престолов». В основу сюжета лег роман Джорджа Мартина «Пламя и кровь. Управление династией Таргариен». Главные роли в сериале «Дом дракона» сыграли Пэдди Консидайн, Эмма Дарси, Мэтт Смит и другие актеры. Премьера первого сезона «Дома дракона» состоится на HBO Max 21 августа. Напишите в комментариях, ждете ли вы премьеру и смотрели ли вы «Игры престолов». А я напоминаю, вы были на канале Ананас Лэнд. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Ананас Лэнд – ананасовое настроение.